Привет, друзья! Попробуем развести огонь вторичным способом. Для этого нам понадобится совсем немного. Это кресало, кремень и труд. Немножко расскажу о трутах. Здесь у нас два вида, чтобы результат оказался стопроцентным. Здесь у меня в руке вы можете наблюдать трут, который прям характерен для эпохи викингов. Он выполнен из гриба трутовика, замочен в золе и с капелькой, конечно же, прекрасной мочи. Итак, поехали. Залог успеха – это подготовка. Для этого мы используем березовую кору, которая обладает высокой смоленистостью и позволит загореться наверняка. Вы видите, что схватился труд,